Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сироте на ролеплей Центральный округ. Мы здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить маник при регистрации. Так, чуваки, сегодня у нас будет новая серичка. И да, сегодня я намерен продать Мерседес, который стоит у меня за спиной, красненький, если что. Сегодня я буду продавать. Стоит он в автосалоне 7 600 000. Я попробую сейчас за 7 продать, либо подъеду сначала, посмотрю, если там есть такие же Мерседесы, за сколько их продают. У меня полный тюнинг, в принципе. И пробег у меня довольно-таки небольшой, там 66 километров, где-то так, сейчас посмотрим даже, сколько пробег. Пробег не показан, давайте посмотрим через карт пробег, в принципе, я думаю, будет здесь видно. Так, информация про машину. Пробег 73 километра, налог 200 всего лишь у нас здесь есть. Состояние авто 80, я думаю, нормально все. Машина в фулл тюнинге, вообще просто ласточка. Даже продавать на самом деле жалко, ну что-то хочется новое себе купить. Но продавать Bugatti, либо BMW, либо Audi я не хочу. Ну, вертолет тем более, потому что вертолет это полезная штука, и не советую никому его продавать, если у вас есть такая возможность. Я хочу Мерседес либо обменять на что-то годное, достойное, либо уже продать его за 7 миллионов хотя бы. Так, я заезжаю уже на Бурынок, здесь, блин, у меня подлагивает, так что сорянчик за лаги, конечно. Кстати, если будет посторонние шумы, не обращайте внимания, просто соседи гандоны уже больше чем полгода делают ремонт, и поэтому, сука, они гандоны, да. У меня бомбит, вы угадали, да, именно так. Так, я тут пробежался, посмотрел, Мерседеса вообще нету ни одного, но я попробую свой пихнуть за 7 лямов. Я думаю, эта цена будет нормальной, тем более фулл тюнинг, пробег небольшой. Чувак мне предлагает 3,9 за машину, лол, я просто ру. Так, тут, короче, подписчик подошел, Максим Барелли, привет тебе. Так, короче, подписчик говорит, что у него есть Мерседес Е200, он валит очень классно, и он хочет, типа, поменяться. Я сейчас прокачусь, если это действительно так, то, возможно, я поменяюсь. Просто мне этот Мерседес Е200, ну, как-то не очень. Ну, сейчас посмотрим, может, я не о том думаю. Так, мы приехали, сейчас он выгонит Мерседес. Ну, блин, я догадываюсь, что это за Мерседес, потому что на другого быть не может. Почему он так валит, если он валит быстрее, чем Мерседес вот этот, я охуею. И возможно я обменяюсь, просто я не знаю, блин. Я просто боюсь, что меня наебут, потому что здесь наебут на родине жестко на машины. А, вот этот Мерседес. Ну так не знаю, блин, такое себе, конечно. Давайте попробуем проехаться на нем. Посмотрим, как он едет. Едет типа быстро, там все дела. Это Е200, да? Ну блин, я не знаю, сколько он едет на самом деле. Просто я боюсь, чтобы меня сейчас не наебали, чтобы я потом этот Мерс вообще, наверное, не продам, да? И будет пиздец. И ты хочешь обмен или продаешь? Я так и не понял. Ну, 15 миллионов я не думаю, что он стоит. Потому что, ну, до хера на самом деле. 15 миллионов, ну такое. А-а-а, блин, я думал на AMG GT. Итак, угадайте, что произошло. Да, блять, меня, сука, крашнуло. Я ехал обратно на АБ, и меня просто крашнуло возле автошколы. Подписчик не позвонил, он меня там ждет. Я попросил, чтобы не подсказал, на что я смогу обменяться. Он написал, что максимум я смогу продать этот Мерседес за 6 миллионов. В принципе, я думал, он не врет. Сейчас мы едем обратно туда и попробуем продать снова Мерседес, либо уже обменяться наконец-то. Так, мне тут обмен, короче, предлагают, пацаны. Давайте обменяемся, я думаю, принять. Все, обменялись машинами уже. Конечно, FPS, блядь, просел жестко. Посмотрим сейчас, что по Карпасу. Я обменялся, короче, Мустанг. Теперь американца поменял, короче, на это. Давайте посмотрим, что она себя представляет. Эта тачка, в принципе. Ну что ж, я думаю, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Большое спасибо подписчику Максиму за то, что он помог мне обменяться машинами. Он бегал, искал, узнавал. Вот за это ему очень большое спасибо. Да, обмен получился не очень хороший, потому что тачка не ФТ. В следующей серии я вам подробно уже покажу ее карпас там и так далее. Но это у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.